Привет, друзья! Сегодня вновь с вами канал «Я и мой хвост», я его автор и ведущий Олег. Хочу вам напомнить о том, что 8 октября, воскресенье, в 13:00 по Москве у нас с вами состоится очередной вебинар, и тема этого вебинара будет «Основные правила дрессировки». То есть, что мы будем рассматривать на этом вебинаре? Мы с вами научимся правильно дрессировать нашу собаку. То есть, это как правильно подкреплять правильное поведение, как не подкрепить неправильное поведение, в какой момент нужно начинать дрессировку, в какой очень важный момент заканчивать дрессировку, как поощрять именно, какой размер поощрения должен быть, какие виды поощрения бывают. Все это мы будем с вами рассматривать на этом вебинаре. Поэтому, у кого есть желание, приходите. Напоминаю также о том, что вебинары у нас проходят каждое воскресенье в 13:00 по московскому времени. Для того, чтобы записаться на этот вебинар, вы должны будете написать по адресу, который вы сейчас видите на своем экране. И также хочу напомнить о том, что для тех, кто не успел на вебинар, то тоже может получить ссылочку человек уже на прошедший вебинар какой-то, но тоже надо будет связаться именно вот по этому адресу, который вы сейчас видите на экране. Также вы можете по этому адресу записаться на индивидуальную именно скайп-консультацию, где мы с вами непосредственно поговорим о ваших конкретных проблемах, задачах и о методах разрешения этих задач. Ну, вот, собственно говоря, и все. Итак, напоминаю, что 8 октября в 13:00 по московскому времени состоится вебинар на тему «Основные правила дрессировки собаки», где мы с вами будем учиться правильно дрессировать с вашего щенка. Спасибо.